Стражер 1, доложите обстановку. Что у вас происходит? Прием. Стражер 1, это ты. Майор Кормак, немедленно доложите обстановку. Движение в точках 3 и 5. Подтверждаю перемены на сухогрузах. Атакуют флот. Будет мясорубка. Спокойно, лейтенант. Сколько бойцов у меня в строю в этом секторе? Сканирую. Готово. Соединяю. Всем стражам, проверка связи. Страж 2-2, проверка радиосвязи. Чарли Лима. Страж 2-1, слышу вас хорошо. И что мы теперь должны делать? Вас слышу. Садитесь и удерживайте позицию. Иду к вам. Атлас пытается взять под контроль орудие авианосца. Надо поставить глушилки на рейлганы, дать техникам время. На авианосце полно врагов. Они попытаются взять мостик. Пошли, пошли. Это им с рук не сойдет. Thank you.
Ставь глушилку! Контакт у самолета! В укрытие! Майкл, встряхни голову, придурок! Давай, Сорелл! Поставь глушилку! Противник слева! Я вижу врагов на них! Дроны! По своим, Ёж, по своим! Контакт! Один выстрел! Осколочные! Митчелл, ставь глушилку! Глушилка на месте! Осталась еще одна! Два самолета с запада! Вертолеты «Атласа» на подходе. Враги десантируются. Добраться у правого борта! Птичка тебя взяла на прицел. Укройся! Бегуны, поставь глушилку! Глушилка на месте! Осталось еще два самолета с запада! Вертолеты «Атласа» на подходе! Враги десантируются! Добраться у правого! Я тебя взяла на прицел! Укройся! Это их замедлит. Рейлганы в порядке. Идем на мостик. Они возле погрузочной площадки. Дьявол, они повсюду. Наша авиация вступила в бой с самолетами противника. Вас понял. Митчелл, сюда! Отключайте бустеры. Не хочу, чтобы кто-то из вас шею сломал.
Мы должны добраться домой. Сукин сын. Света нет. Переходим на ночное видение. Контакт! Контакт! Убрать их! Вижу его! Враг на юге! Сюда! Враг получил доступ к лазерной системе ПВО. Надо пробиться на ту сторону ангарной палубы! Высадка на 12. Убери его! Высадка на 12. Контакт!
Майор, на ангарной палубе! Высадка на 12! Святы нет! Включаем ночное видение! Святы нет! Прошу разрешения атаковать, Арклайн! Код Альфа Зулу Танго 997! Понял. Можете начинать. Вас понял. Так, подключаемся. Захвати для меня цель. Давай за тот терминал. Наведись на тот сухогруз. Держи сухогруз на прицеле, Митчелл. Судно. Держи цель! Понял, адмирал.
Проклятие. Пути назад нет. Ну и что же дальше? Дальше? Айронс убил тысячи ни в чем не повинных американцев. Дальше мы его найдем и закопаем.